Всем привет, друзья! Мы вот тут вот остановились в городке этом, ходили в перекресток, как всегда, едем на дачу. И смотрите, я не хотела вообще снимать, но тут включилось, потому что смотрите, какое мороженое корейское. Внутри оно, подожди. Ух ты, сейчас. Дань, скажи, какой вкус? Ну, это вафли и пломбир. Вафли и пломбир. Сладкая, да? Ну да, сладкая. Смотри, вафля запечатана вся, чтобы не текло. Классно. Вот сейчас меня Сережа тоже откроет. Послала Маша. Маша говорит, корейская. Спрашивают, корейские иероглифы-то? А то мало ли, может, какие-нибудь японские. О. Маша говорит, корейские. Вот так вот. Там были еще другие виды мороженого, но мы решили это, потому что на палочке вдруг те же будет. Друзья, вкусно. Мне нравится, классная вафля. Химозная, да? Нет. Не химозная. Похоже на наш стаканчик, только вафля. Самое интересное, что это наш стаканчик. Самый обычный. Представляешь? Не, реально по вкусу очень вкусная вафля, так я люблю. Да, похоже, похоже. И, смотри, так течь не будет. Прикольно придумал. Смотри, оно запечатано с двух сторон. Корейцы так придумали. Мне нравится, вкусно. Вкус вот этой вафли. Ну, если там был бы еще какой-нибудь сироп, смотрим. А мне кажется, это потом начнется. Это не вафля, это наши стаканчики. Да. От самого простого мороженого, причем такого. Не такое, когда же бывает вафельное, а там с дырочками. Я не хочу. Если что надо, заедем. Что заедет, вон иди. Кушай, кушай, хочется. Пойдем. Там шоколад. На улице очень тепло, в футболке можно стоять. Вышли из перекрестка, говорим, как на юге. Такая вот. Просто в перекрестке было холодно, вышли, а тут тепло. В перекрестке было хорошо. Тепло. Холодно. Друзья, дошли до центра. Внутри такой шоколад. Целиковый. Он замерзший, целиковый. Его даже не раскусить. Дай-ка он мучается. Кусает, кусает, никак не может. Ну реально вкусно. В меру сладкое, шоколад такой тоже нормальный. А то деньги выводят. Тут еще там Макдональдс заехали. Дай-ка говорит, хочу Макдональдс. Уважения не будем, ничего, вот так просто. За компанию. В общем, Даня взял двойной чизбургер, пару, и колу среднюю. А мы ничего не будем брать. Мы будем экономить. Мы просто не хотим мороженое, наелись сейчас на дороге. Пить хочется пить. Даже кофе не буду брать, потому что на улице плюс 23. Сейчас выпьешь, и будет вообще жарко, жарко, жарко. Показывай так, чтобы было видно, на кнопку, это на лицо было видно. А что, мое лицо? Плохо, что ли? Вот, ну а на даче какие-то что-то есть, пока приедем, думаю, на работу. Подождите еще чуть-чуть, пожалуйста. Палочка-выручалочка. Угу. Спасибо большое. Данечка, бери. Да. Раз. И палочку. Палочка. Лёха, ты опять их загрузил чизбургерами. Двойными. Они их, походу, не делают. Они их делают, наверное, только готовят одинарные, а двойные одинарные не делают. Готовы у них, а двойные, да, наверное, я же заказываю. Mm. Смысл одинарных, они не вкусные. Чаще заказывают. Чаще заказывают. Нет, ну как вкусные, но... Самое больше, что заказано, наверное, чизбургер и гамбургер. Да. Но гамбургер вообще без сыра, смысл его, не знаю. Нет, кто-то, ну, да, любит он, такой тип, вкус классический. Ну, может быть, это, да. Ну, это же, помнишь, этот? Мистер. А, ну да. Миссис. Да. Говорит, вкус детства. Угу. Но я чизбургер больше люблю. Ну, гамбургер тоже нормальный. Чизбургер с сыром. Ну, простовато. Просто, может, тот сыр не любит. Ну, может быть. Ну, ладно. Когда хочется кушать, съешь и то, и другое, и еще добавки попросишь. А я, кстати, мы сейчас поговорим, и я есть захочу. Вон. Я, кстати, и фиш этот люблю. Фиш. О, все. Спасибо большое. Да, держи. Спасибо. Я
Все, едем. Да. Ну да, сейчас посмотрим. Я думаю, уж 4 или сколько там надо. Они посчитать могут, то у нас больше ничего нет. Я уж думаю, мы не смогли, это не ошиблись, 4, да? 4. Лишнее не положили. Так, ну ладно, все. Едем дальше. Теперь чешем до дома, до хаты. Раз, вот водичка. Псыш! Сережа. Псыш. Во-во-во-во-во-во, видишь, едет? Да. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот тут как. Это? Их надо пропускать. Всегда и везде. И что иначе? А иначе они могут кинуться под колеса. А, ну в этом смысле, конечно. Они непредсказуемые. Они как олень. Прыгают там, то здесь. Я думал, как Федерико Феллини. Как косуля. Дайте Оскар этой богине. Косуля. Куда-то сюда. Друзья, сейчас проехали, было написано сбоку Бухенхаус. Вот, наверное, я так понимаю, что это бар. О, Бухенхаус. Бухенвальд. Нет, ну Бухенхаус — это вообще странное название, потому что, ну, если хаус, понятно, там, да, дом, но Бухен — это совсем не то, а если как Бухенвальд, извини, то тоже как-то ассоциация не очень, а? Что имели в виду, непонятно. Может, бухой хаус? Бухой дом? Ну, так, конечно, Бухен хаус, просто хаус не наш. Тогда бы сказали Бухен дом. Бухой дом. Как это называется по-русски? Бухой дом. Ну, так неинтересно. Нет, так или это. Бухай дома. Бухай дома, а что за бар Бухай дома? Ладно, едем, смотрите, какое небо. На улице 22 градуса. 22 градуса. 22.10 у нас времени. И у нас тоже по 22 градуса стоит здесь. В общем, у нас везде 22. Мчимся. Так, ну что, мы добрались. Доехали сейчас. Пойду сразу встречу, выйду. Гуляю. Через у него какой-то запах стоит. Такой вкусный. О, как расцвели. Гляньте, друзья. Ничего себе. Нас не было буквально 2 дня. Капец. Вот это красотень. Смотрите, какие некрасивые, а? И никакого ухода не надо за ними. Сами растут, сами все сами делают. Класс вообще. Такой вот запах стоит. Не могу понять, чем пахнет. До того вкусно как-то все. Так, сейчас речи делаю, привяжу. Ну, мало ли чего. Чего да где. Так, ну что, ребятишки, мы дома. Кстати, вон какое напряжение у нас сегодня. 236 ходящие. Мы с вами выйдем на веранду. Рич выгуленный, поел, покушал. Теперь лазит по дому. Тут у нас тепло, хорошо сейчас. Вот какая температурка, видите? 24 градуса. Да, 24. Тепло, хорошо. Комаров на улице мало. Гуляли прям вообще. Так, единичники залетные. Лазят. А так в целом комаров нету. Очень хорошо. Трава выросла не очень. Ну, цветочки подросли, подросли. Я вам показывал. Красивые, правда? Давайте включим свет. Вот так сейчас сделаем. Смотрите, как все будет красиво. Сейчас, секундочку. О, да будет свет, сказал монтёр. Тут у нас свет, там у нас свет. Так, выключаем. Что-то он тут мне стал. Выключатель плохо работать, блин. Там тоже стал плохо работать выключатель. Здесь тоже как-то вот немножко... Не очень. Дешевые выключатели, они, конечно, по качеству не очень хорошие. Долго не хотят работать. Ломаются быстро. Пью газировку со льдом. Жарко. Не хочется ни кофе пить, ни горячий.
Жарко, ничего не хочется, короче. Вот. В общем, такой у нас был сегодня вечерочек. Днем я был на работе, там все дела подделал. Все сделал, и вечером поехали на дачу. Даня уже все уже, ему в школу ходить не надо. Их уже, по большому счету, отпустили. Мы подумали, что в Москве сидеть? Поедемте мы на дачу. И поехали. Каждый взял такое, у нас был сегодня вечер. Будьте с нами. Подписывайтесь, комментируйте. Что-нибудь пишите мне. У меня теперь есть приложение на телефоне. Я теперь тоже буду читать комментарии и на них отвечать. Подключаюсь к блогерскому искусству. У меня теперь крутой телефон. А теперь могу все снимать подряд. Все, ребятишки, пока-пока.